Всем привет, меня зовут Роман, я персональный тренер в Марион Фитнесе. Сегодня я покажу вам свои любимые упражнения на пресс, благодаря которым как раз и появляются те самые кубики. Не стоит забывать о правильном питании и определенной калорийности рациона, который подбирается для каждого человека индивидуально. Только в совокупности качественных тренировок в тренажерном зале по 3-4 раза в неделю и правильном питании можно получить желаемый результат. Также я рекомендую тренировать мышцы живота 2 раза в неделю. Делать на тренировке по 2, а желательно по 3 упражнения. И не жалеть себя, доводить до жжения мышцы. Помимо тренировки прямой мышцы живота, не забывайте делать вакуум. Это упражнение тренирует поперечную мышцу живота и другие глубокие мышцы. Именно они отвечают за плоский живот.